Друзья, приветствую всех из Южной Кореи, из города Инчон, как обычно. На нашей стоянке сейчас нахожусь и хотел поделиться отличными новостями. Как вы знаете, видели в телеграм-канале, я уверен, что сейчас у нас на данный момент идет большая погрузка. Как мы обещали, в конце сентября будет просто огромная партия уходить, и сейчас она уходит. Давайте совместим полезное с приятным, пока буду рассказывать, что происходит. Покажу состояние ваших автомобилей, сейчас в каком они состоянии, сейчас находятся. Кто узнает свои машины, тот, конечно, их узнает. Перед тем, как начну, тоже хочу сказать, что сейчас очень много вопросов по новому палисаду. У нас есть возможность их находить. Сейчас на них бешеные цены в Корее. Имейте в виду огромный спрос, поэтому цены на них, к сожалению, неутешительные. Но новые палисады продавать мы можем. Все подробности менеджеры вам расскажут. Значит, сегодня также идет погрузка, завтра идет погрузка, в течение недели уйдет, мы рассчитывали, уйдет порядка 80, походу у нас уйдут все эти машины, процентов 90 всех этих машин заберут. Сейчас просто не могу сказать точно, какие-то автомобили уходят на Казахстан, какие-то уходят в Россию, пару автомобилей уходят в другие страны, там я уже не помню, но большинство из всех этих автомобилей заберут на этой неделе. Скорее всего, опять-таки, это все зависит от перевозчиков и так далее, но на данный момент хорошие новости в том, что мы договорились и, скорее всего, их заберут. Опять-таки, 100% гарантии я вам не даю. Все зависит от тайфунов, перевозчиков и так далее. В связи с тем, что прошел тайфун, вы знаете, очередной, уже 14-й по счету в городе Пусан, или в Южной Корее, да, Корея-то маленькая, снова была задержка, но она была незначительная, всего на несколько дней, сказали, с 25-го, что было воскресенье, где-то на, сказали, 27-го, где-то вот так вот уйдет. То есть там пару дней буквально они перестраховались, тоже порт был закрыт, и машины не могли забрать. Большая партия уходит. Что это значит? А это значит, друзья, что мы теперь открываем заново заявки, прием заявок, возобновляем полностью также в штатном режиме, как раньше и работали. Но на этот раз скажу вам, что мы подготовились. Кстати, сейчас также наша компания пойдет вот такие вот махавы, кому интересны. Вот эти два только пришли на днях. На этот раз мы готовы к большим объемам, у нас расширился штат, а также стоянки, как видите, сейчас опустеют. И вот этот вот застой, который у нас прошел буквально в сентябре, мы просим прощения, что так получилось. Опять-таки, мы старались найти для вас самые лучшие опции. Но на самом деле сентябрь был очень плодотворным. Я знаю, что вы всего лишь ждете свои машины, и они никуда не двигаются, но для нас он был очень плодотворным. Прошло очень много переговоров. И на данный момент, в принципе, мы готовы к большим объемам, мы готовы возобновить все заявки. Будем с удовольствием вас консультировать. У нас сейчас еще один консультант появился в телеграм-канале, если вы заметили. А также расширился штат в Южной Корее. Поэтому заказывайте автомобили, и вас с удовольствием проконсультируют наши консультанты в телеграм-канале. Что касается автомобилей, как видите, они здесь. Так, я не показал другую сторону, сейчас уже закончу это видео. Раз уж начал показывать ваши машинки. Вот Rexton новый, кстати. Audi. Вот, хочу поблагодарить вас. Сделаю это, наверное, лично, в камеру. Поблагодарить хотел за то, что вы все это время набрались терпения и ждали, когда разрешится этот вопрос. Наконец-то он разрешился. И да, от лица компании хочу поблагодарить и просить прощения за то, что так получилось. Действительно, мы старались как можно лучше, но такова ситуация, что все каналы, все пути, маршруты по логистике просто забиты на данный момент. Вот. Как я говорил, что мы не сидим сложа руки, и сейчас все эти моменты, они разрешаются. Поэтому, дорогие друзья, заказывайте автомобили. Сейчас, думаю, что сроки улучшатся, однако имейте в виду, что теперь еще и завал во Владивостоке, или в Российской Федерации. Только там теперь будут задержки. Но я думаю, что там тоже все это как-то ускорят, дорешат в ближайшем. По крайней мере, я надеюсь. Так, сейчас, кажется, вот эту машину забирают на погрузку. Что еще? Какие еще машины? Там вот старые, по-моему, я не показал. Да, вот старые стоит. Сегодня еще одну старую купили. Здесь вот Volkswagen, Mojave, Audi. Еще раз повторюсь, что 90%, если не все эти машины, уйдут на этой неделе. Конечно, есть некоторые машины непроходные, они ждут своего месяца, и когда наступит их месяц, естественно, только тогда их заберут. Так, ну и вот красавчик Тусончик здесь, вот эти все новенькие. Вот, и как я говорил, сейчас на данный момент у нас есть такие вот Mojave, эти уже проданы, они только сегодня приехали, оба уже проданы. Но имейте в виду, что сейчас берем заказы на палисады новые, на Mojave. И на простые палисады, в принципе, можем их уже подыскивать. Вот, имейте в виду,
Но, к сожалению, очень сейчас такой рынок, что машины продаются моментально. Не успели эти два Махава приехать, они уже проданы. Не успели там какие-то машины, они не успеют просто приезжать. Они еще едут на стоянку, их уже выкупают. Поэтому имейте в виду, что думать нужно намного быстрее, чем раньше. И сейчас особо времени даже подумать нет. Бывает за 20-30 секунд уже кто-то выкупил машину. Вот сейчас нужно двигаться очень быстро. За доллар в Корее, кстати, дорожает, что опять-таки идет на руку вам. У вас, потому что он там где-то, может, устаканился, так сказать, а в Корее он снова повышается. И это дает вам возможность выкупать больше машин. И в этот раз к ажиотажу мы готовы. Пожалуйста, заказывайте машины, будем рады вас обслужить. Друзья, продолжаем поход по стоянкам. Показываю автомобиль, который будет сейчас забирать. Индивидуально отправляются, значит, сообщением каждому клиенту, чьи машины забираются. И, конечно, прозвучал законный вопрос, почему после того, как ты снял половину автомобиля, ты не показываешь вторую половину, и я не нашел свою машину. Итак, показываю. Так, имейте в виду, что сейчас еще идут работы. Некоторые машины сейчас переставлять будут ребята, потому что уже приехали автовозы, и некоторые машины сейчас будут забирать. Там пару машин стоят уже отогнанные. Ну, в общем, имейте в виду, что сейчас ведутся работы, поэтому какие-то автомобили сейчас будут забирать уже. Значит, здесь у нас Audi белый цвет, семерка Quattro, BMW 3, троечка, за ним Santa Fe белый, еще один Santa Fe. Так как много одинаковых автомобилей, к сожалению, не могу. Значит, это у нас автомобиль Дмитрий с черной крышей. Ради вашей безопасности не буду называть фамилии. Значит, здесь у нас белый Карнивал, новый Audi тройка, да, это? Здесь у нас что? Тусон. Значит, куча Махавов, вы знаете, у нас Махавы сейчас палисад разбирают, там вот палисад. Все эти автомобили, еще раз напоминаю, на днях заберут, за исключением те, которые черный палисад. Еще одна BMW троечка, по-моему, да, это тройка? Да, по размерам похож на 330 бензин. Здесь также у нас Станислава машина, я не знаю, когда должны уйти эти автомобили. Некоторые автомобили, здесь они идентичны, два Махавы. Так, один Станислав, один... То это Сергей, еще один Махав, еще один бордовый Махав. Так, эту машину сейчас отгоняли. Бордовый Махав, ну, цвета бурганди, по-английски, не знаю, по-русски, вишневый, что ли. Точно ни с чем не спутаешь. Еще один палисад. Что там у нас? Это я уже показал. Так, быстро пробегаем. Карнивал тоже сейчас заберут. Санта-Фе в коричневом цвете, Санта-Фе в белом цвете. Еще один Махав. Махав. Так, еще один Санта-Фе в черном цвете. Так, Санта-Фе много, я, наверное, буду по именам хотя бы говорить вам. Это Сергей, тоже Санта-Фе Сергей. Так, эту машину сейчас отгоняли, сейчас ее обратно будут отгонять, поэтому там чуть не видно было, видать. Это не разбитое стекло, чтобы вы не подумали. Сейчас ребята приедут опять ее отгонять. Так, и черный палисад. И еще один. А, это Махав. Черный палисад у нас... Владимир, Д, фамилия на Д начинается. Ну, вот этот, я думаю, узнаете свой автомобиль. QM6. Вот с таким вот шильдиком. Тоже, думаю, человек узнает. Санта-Фе еще один белый. Два белых Санта-Фе. Один у нас Юрий, заказчик. Второй. Старый, кто уж, думаю, свой хозяин узнает свой автомобиль. Второй у нас Вадим, хозяин Санта-Фе. Так, Discovery Sport, я думаю, тоже человек узнает свой автомобиль. Махав черный. Абдул-Биар, я извиняюсь, неправильно сказал. Так, это ваш автомобиль. Еще один Махав белый, но этот в прошлом кузове, я думаю, человек тоже узнает. Так, здесь тоже ведутся работы, не обращайте внимания. Сейчас машины будут переставлять, ребята сейчас подойдут только. Это Volvo. Я думаю, что вы сейчас... Так, ну такой пока один остался, да. Значит, хозяин, думаю, узнает свой автомобиль. И еще один автомобиль здесь у нас стоит. Махав... Ой, извиняюсь, Константина Палисад. Так, по-моему, насколько я знаю, этот автомобиль ждет то ли декабря, то ли ноября. Я не знаю, это уже менеджеры, кто занимается администрацией, знают. Я просто по памяти говорю, поэтому сейчас не обращайте внимания. Просто вам показываю, ребят, пожалуйста, не это самое. Не подумайте ничего, просто я не владею ситуацией, информацией, то есть потому что уже менеджеры знают лучше меня. Так, Genesis GV70. Так, еще один... А, подождите, значит, два было Старекса. Еще один Старекс. В белом цвете. Так, тогда скажу, чьи Старекса.
Значит, это у нас Юрий, Старекс Юрия. Так, это тоже наш автомобиль. Так, вот, приехали ребята, сейчас будут разбираться. Санта-Фе. Так, это Марат, Санта-Фе Марата. Марат, вам привет. Так, и вот еще один. Старекс, это у нас Денис. Дениса. Так, здесь еще нет шиппинг-марка. Так, остальные автомобили готовятся. В общем, на крыше, как видите, тоже примерно такое же количество автомобилей, как и в паркинге у нас. И также, еще раз повторюсь, эти автомобили на днях будут забирать. Следите за телеграм-каналом. К сожалению, приезжает очень много автовозов одновременно. Не все мы успеваем снимать, как он выезжает. Но когда на автовозе уже будет, хотя бы, думаю, отснимем, покажем. Еще раз всем спасибо за ваше доверие, за внимание и желаю всем отличного настроения. Делайте заказы. Кстати, хочу напомнить, что те, кто хочет заказать в европейские страны, такие как Беларусь, Греция, Польша, Германия, тоже заказывайте автомобили. Сейчас мы отправляем. Поставки тоже затянуты, однако имеются. Вот. Вас проконсультируют в другой группе. Заходите в Далекс Европа группа, и там Артем и Богдан вас проконсультируют. Все. Всем отличного настроения. Пока.